Краснодарский край Сергей Кельбах приехал по инициативе Вениамина Кондратьева. Глава региона и председатель Росавтодора на автобусе проехали путь, где в прошлом году были многокилометровые пробки. Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас ситуация на дорогах улучшилась. Техника ушла с трассы, убрали реверс. Но на подъезде к Джубкинской развязке всегда большие пробки. Но у нас нет другого выхода, как делать всю дорогу от Краснодара к морю комфортной. Друзья, если мы делаем ее различными участками, промежутками, но это не даст результата. Смысл тогда в этой транспортной современнейшей развязке, если не подъехать к ней, не съехать с нее, возможности нет. Но давайте сделаем, конечно, и возможность все-таки, чтобы они могли ездить с комфортом. Мост на подъезде к Джубкинской развязке через М4 12 августа выходит из главгосэкспертизы. Тут же мы запускаем его в работу, а это значит, там будет строительство фактически двух мостов. То есть строится новый мост и реконструируется старый. В результате там четырехполосное движение. Огромная просьба по времени все-таки максимально усилиться по количеству рабочих. Мы как бы ездили и в межсезонье. Но, Николай Николаевич, я все равно, что бы он ни говорил, ну, не вижу здесь такой, знаете, вот кипучей деятельности. Потому что в межсезонье мы должны успеть все. И может быть в дневную смену, может быть в ночную смену. Но у нас сезон, это вот есть та отсечка. До 1 июня однозначно все, что запланировали, должны выполнить. И никаких не должно быть оправданий, что мы заходим на сезон. Строительство нового моста начнется в конце сентября этого года. Сейчас готовится вся необходимая документация.